Да, доброго времени суток, дорогие детишки. Что это? А, патроны к пистолету. Тут, оказывается, говорят, удержите А, чтобы усилить атаку. Вот эту. Кто-нибудь видит разницу? Я нет. Так, ладно, куда идти-то? Где? Почему я? Где я вообще нахожусь? Где баба эта? Где баба-то? Робот. Я разве здесь закончил в прошлый раз? Не уверен. Я нажал просто... А, вот и баба. Я просто нажал кнопку продолжить и... И прекрасный выбор, да. А чё такая пафосная музыка? Сейчас кто-то вылезет? А ты не хочешь встать, например? Но... Прекрасный выбор. А прикрывать меня будут? А пошли бы нахер. Уходи, блин. Перезаряжайся. Так, ну спасибо, что хоть так. Откуда вас так много, песики, а? Да, действительно, почему сейчас? Нет, это, конечно, все забавно. Да, еп. В жопу пошли, например. 60 патронов тебе не хватит? Ну-ну. Давай, перезаряжайся, Рич. Чё тебя ждать-то приходится, скажи? Да серьезно, сколько их там? И что, тут специально разводили, что ли? Для таких случаев. Я и моя прекрасная задница уже в пути. Шикарная композиция. А перевели говно какое-то. Блядь. Нахер песик. Спасибо. Ну а перезарядиться ты не хочешь, да, естественно? Где ее там прекрасная жопа-то, я не понял. Жопа у нее, конечно, ничего, блядь. Да чё же у меня так патроны быстро кончаются? Ну, могла бы она ею шевелить и побыстрее. Да, блядь, какого хера у меня опять патроны кончились? Вашу Машу, а? Серьезно, сколько у вас там? У меня 10 патронов осталось уже. Уходи, блин. Все, успех. Я-то могу. Okay. А, ну да, теперь, ну, конечно. Ну-ну. There's no need to compare. I trust you both. Я всем вам верю. Trust is built through actions, not words. Да, действительно. That's so like you, Chris. It's always about the job, isn't it? Странно, что вы никак не прореагировали на то, что зараженные собаки там всех покусали за жопу, например. Ну, в первой части тоже никто не реагировал, да и в четвертой, кстати. На зомби, кусающих за вымя. Что такое? That's their hideout. Окей. Видимо, я так понимаю, на этом эпизод закончился, да? Или нет? Или бабу все-таки убьют? Например, снайпер. This is Forkball. Do you read? Спасибо, что хоть имя не попытались перевести. Хотя, если это позывной, то, наверное, стоило. Это подстава, а не ловушка. I sent Jill and Parker to the Mediterranean on faulty intel, but now I've lost contact with them. А, то есть Криса вообще нету на корабле. Ага. Окей. Теперь понятно. Что там? О чем мне это должно было сказать? Флаг Вельтра, блин, а не крест. Сука. Промт, твою мать. Almost guarantee it. O'Brien, we'll go after Jill and Parker. I hope that's not a problem. А как вы найдете этот корабль? Он как бы плывет, вроде как. Да что такое, горло, сука, болит. Any idea what's going on?
продуло, наверное, в машине, блин. А то писец какой-то, жара такая на улице, что все окна открываешь, блин, сквозняк, чтобы он насквозь был. Хоть как-то помогает. Кондишки-то, ну, то есть она есть, но она не работает. То ли не заправлена, то ли еще чего, хер знает, блин. Ну, давай сохранить. Обожди. Преисподнюю оставим в покое. То есть мы теперь будем меняться взад-назад между... между Крисом и Жил. Что ж, меня более чем устраивает. Ну, не более чем, ну, то есть как бы, ладно. Я ж хотел поиграть за главного героя в первой части, вот. За обоих двух причем дают поиграть. Видимо, это для тех, кто в первой части выбрал либо Криса, либо Джилл. Тут как бы и тем, и другим. Ну, чтобы никто не ушел обиженным. И те, кто хочет посмотреть на сочную женскую жопу, и те, кто хочет посмотреть на сочную, ну, или какая там она, для кого как, я не знаю, мужскую жопу. Ну, правда, наверное, у Джилл все-таки более подходящий костюм для того, чтобы сочность жопы оценивать. Но это я не знаю, это вы мне скажите. Я как бы не эксперт по мужским жопам, прямо скажем. Ну что так долго грузимся, ёпта? Серьезно, какого хера? По-моему, это загрузка уже полминуты. Я уже и про жопу поговорил, про жопу еще раз сказать. Окей. Возможно, я даже вырежу эту херню. Я потом попозже включу камеру. Просто это говно, блин, отказывалось грузиться, блин. И просто писец. Я сейчас потратил, блядь, час времени на то, чтобы вообще игра хоть как-то пошла дальше, блин. И язык тоже английский, потому что я просто разные опции пробовал, блядь, чтобы хоть как-то что-то работало вообще. Parker. Я не знаю, из-за чего это было, блин. I don't know. A room, I think. Somewhere on the ship. Damn it. Bastard took all my weapons. Can you reach HQ? No, comms are out, it seems. We should regroup. Окей, пойду камеру включать. Еще и, блин, хотя, впрочем, ладно, это, наверное, я могу обратно поменять. Нет, не могу. Окей, видимо, не могу. Ну, ладно. Очевидно, это... эта часть, очевидно, будет состоять из диалогов на английском языке и надмозгового перевода. Хотя, блин, сука, бесит меня эта херня, блядь. Почему, блядь, обязательно какое-то говно должно случиться с моей сраной игрой, блядь? С моей сраной лицензионной игрой, блядь, которую я сраную, блин, купил на сраном стиме, блин, за вполне реальные сраные деньги, блядь. Мне это бесит уже нахер, блин, вся эта херня, блядь. Какого хера вам надо от меня, блин, теперь? Тащи это говно, блин, или толкай, что-нибудь сделай, блядь. Срань, блин, тупая. Это, блядь, примерно такая же херня, как, блядь, когда я Rage ебучий играл, блин. И мне пришлось пиратскую версию купить, блядь, чтобы, в смысле, скачать. Чтобы, блядь, доиграть игру до конца, блин. Охереть вообще, блин. Ну давай, блин, что там, тоже зомби, как в первой части, блядь? Или это вы прикололись, типа, с намеком, блядь? Суки, блин. Все настроение сразу испортили, блядь, гандоны. Кто так, блядь, делал? Это ты что хочешь от меня? И что мне делать, блядь? Окей. И что? И что, блядь? И что, блин? Охеренно классно. Чего вы мне предлагаете сделать с этим? Вернуться, блядь. Что это за внезапно survival, блядь? Хоррор, ёптвою. Ни оружия, ни патронов, ни хера, блин. Шикарная композиция. Ну ты там так и будешь стоять? Мудила. Отлично, да. Пошел в жопу. Ну и нахера мне такое счастье нужно? Да, блядь, я не знаю, как от него уворачиваться.
Я пытаюсь нажимать вроде, тут нихера не нажимается. Ну что значит нет? Блять, а когда мне этим заниматься, ёб твою? Что нахер, блин? Вот так. Или что-то другое надо было нажать? Что, блять? За мной этот мудила, конечно же, не может пойти. Да, блин, ну ебись ты конем, ну почему, блядь, да времени более чем достаточно, мне насрать, блин. Мне не интересно это сейчас вообще, блядь. Что тебе надо от меня, я не понимаю, блядь. Еще раз дай прочитай говно это сраное, блядь. Нашли время, блядь, когда у меня вот такое херовое настроение, то, что игра сраная не хочет работать, просто банально, блядь. Давай, блядь, вот такое говно мне сделаем сейчас, блядь. Да заткнись ты, еблет, блядь. Паркер. Как тебя, блядь, пропустить? Я не знаю. A room, I think. Somewhere on the ship. Damn it. Bastard took all my weapons. Can you reach HQ? Да иди ты в жопу, блин. Почему нельзя пропустить эти сраные диалоги, блядь? Вымораживает уже, блядь. Ну что за херня? Обязательно, блядь, вот без ярости топора вообще никак невозможно, блядь. Почему этого сраного зомби нельзя, блядь, отверткой в ухо, блядь, херануть, блядь? Пойди узнай, блядь. Где эта сука? Ну покажите мне сраную подсказку, блядь. Еще раз. И что, блядь, мне это дает? Я не понимаю, как я должен это сделать. Окей, блядь. Что, блин? Внезапно получилось. Потому что, блядь, я был с телевизором рядом. Давай по пазл, блядь. Что ты хочешь? Что мне с этим сделать? Понятия не имею. Блин. В желтые точки перенаправить? Нет? А какого, блядь, тогда тебе надо? Рожна, блин. Что, блядь? А. Окей. На кой еб... Паптики. А пойди спроси. Да нахер вы пошли? А, ну да. А... Да, действительно, я тоже был бы не против, если бы у меня было сраное оружие. Например, пошел в жопу, ёбан, бля. И где мне... Да что ты говоришь? Да ты просто... Окей. Сейчас только разбег возьму, блядь, и буду вот от всех уворачиваться. А нахер мне оно надо, такое счастье? Тут, небось, кто-то сидеть тоже внутри будет. А, блядь, они теперь сюда могут зайти. Шикарно. А пошел в жопу, блядь. Какого хера вы сюда можете зайти? Или это типа скрипт такой? Нет, я не против, как бы, типа, вот, survival horror и все такое, но это обычно говорит, типа, оружие у меня есть, когда вот тогда, да. А когда я... Да, почти напугали. Здорово, блядь. А когда я просто от них бегаю, то получается какая-то херота, блин. Лютая причем. Пистолет, дайте мне, ёпта, суки. У меня полные патроны уже, блин. Хоть жопой жри, блин. А, это дробовик. Окей. Что-то сюда нужно вставить. А на кой хер мне дробовик, если...
Окей. Пацаны, а зачем вы туда спрятались? Вот будь знать. Я как бы... неважно. Чё ты там жрёшь, сука? Окей, неважно. Жри дальше. Дайте мне что-то круглое, что можно вставить туда, вот. Я надеюсь, я эту еще... Какого хера вообще? В каком... Мы были на корабле, нас ждали, а мы из... на лыжах... Как вообще? Опять якорь. Или это какой-то особенный корабль с блэкджеком и шлюхами? Я понятия не имею. О, блядь. Привет. Джилл, ты в порядке? Да, я нормальный, но корабль кишит этими говном. Надо достать наше оружие. Но, кажется, я его видел по дороге сюда, но не мог достать. Но вдвоем мы справимся. Ты начинать можешь с того, чтобы, например, не ебашить меня дверью поебало. Так, в эту сторону... Больше существ. Я нашел вот это. Мы сможем это использовать? Я понятия не имею. Как, блядь... Как... Окей. Ну ладно. Мяу. Прекрасный выбор, блядь. И эта херня только на нас сработала, блядь. А на них вообще ноль реакции, блядь. Отличные ловушки, блядь. Со всех сторон шикарные. Блядь, тупая ты дура, Джилл, так и знай, блядь. Какого хера ты, сука, застряла, блядь, в сраной полке, блядь. Дайте мне, блядский, пистолет уже один раз. Я всех нахер перестреляю здесь. Они вот здесь. Блять, да вы просто, сука, ниндзя, бля. А, ящик, в который можно складывать говно, бля. Слава тебе, яйца, бля. Без этого вот нельзя было никак, разумеется. Окей. Можно экипировать всякое разное оружие и еще и до кучи... модифицировать его, если есть запчасти. Ну, запчастей у меня, конечно же, нет. Ну, да. А, то есть с собой можно одновременно три вида оружия таскать. Ну, ладно. Предположим. Ой, сейчас кто-то гребет. Это что такое? А, сейчас мы и проверим, как это работает. Блин, заткнись, а. Окей, мы все-таки все еще на корабле. Плюс дамаг я тут подобрал. Шикарная композиция. Это... То есть вот просто так вот вставил и все, типа. Прекрасный выбор. А, блядь. Так, нам надо на мостик идти. Вот хер, блядь. На, блядина. Ой, блядь. Я не знаю, что он там. Мне похер на него. Вернуться всех убить, может? Или еще рано? Потому что я не нашел круглый кругляш. Так, а тут ничего нет. Или, а нет, дверь есть. Как бы дробовик-то не лишний, наверное, будет. Нет, тут реально ничего вообще, решительно просто ничего нет.
прикрыл, окей. А ты выбрался тоже с помощью отвертки, надо понимать. Или как? Или нет? Или что? Закрыто с другой стороны, окей. Нахер иди, блин. Больше залечек хороших разных. Отвали, жирный, с дороги. Ты жирный, стрелять по ним, например, не хочешь? Это факт. Как всегда вовремя. Бля, я вот думаю, а как вообще вот этот сегмент проходить на уровне сложности больше, чем нормальный, например? Вот бы узнать, типа-то. Если тут на нормале столько врагов, ну, типа, специально, да, я понимаю. Чтобы пробежать, типа, надо было там решительно сквозь них. А, это еще и привлекает их по-всякому. Упс. Ну нахер. Это не надо, блядина. Блин, 4% не хватило. До залечки. Так, я там где-то по дороге патроны пропускал, я знаю. Ну, может, я еще что пропустил? Хер его знает. Карточка вон какая-то, например, требуется. Ну да, я вижу, что это считывающее устройство для карточки. Ты охеренно помогла мне, конечно, Джилл. Вот я бы никогда в жизни, блядь, без тебя не догадался. Нам нахер. О, блядь. Что это было? Что я, блядь? Это что за джиу-джитсу, блядь, такое было у тебя? Ёпта. Я не специально, конечно, но это прикольно получилось. А чё там замок был, да, который можно сломать было? Надо, наверное, больше ножом пользоваться. Так, а сюда что нужно? Эмблема члена. Всем знакомого члена. Окей. Так и запишем. Эмблема якоря. Вот почему эта игра не могла быть такая же по механике, как первая часть? Вот я не пытаюсь понять. Но все говорило о том, что игра должна была быть как первая часть. А вместо этого она практически как четвертая зачем-то. А, счастье. А нахер. Ну нахер. Хе-хе, джиу-джитсу, ёпта. Прикольно. Всегда так, слушай. А че за 7% вялые? Че так мало-то? Ну, блядь, не то. А, не получилось джиу-джитсу. Ну, спасибо, что хотя бы так. Опа! Шаффл, давай. Опа. Станцуем, парниша. Я, кажется, нашел чит. Ну, не чит, а эксплойт ебучий. Ну, хоть что-то мне настроение улучшило сегодня. Это как в той песне Гришковца, знаете ли. Ну, как песня. Песня — это громко сказано, блин. Что типа с утра настроение говно, еще постоянно у соседа машина, блин, сигнализация орет, блядовая тварь. Под окном, в самую рань, или там какой-нибудь мудила сосед с перфоратором. Ну, в данном случае, машина, сигнализация, блин. А потом раз, он такой встречаешь, а он грустный весь. И типа говорит, блядь, поебало, мне что-то больно дали как-то. Говорит, спрашиваешь у него, чё ж ты такой грустный, блин, не получилось. А он говорит, а у меня машину кто-то угнал, блин.
А ты такой, ну да, конечно, хреново. А так-то сам себе думаешь, блин, а настроение-то улучшилось, блядь. Вот так и с этими мудаками. Жалко, не всегда получается. Ну ладно, это было бы уж совсем... Совсем читерно. Может быть, надо дистанцию какую-то специфическую выдерживать. Чтобы получалось всегда... Упс. Да, блядь, хватит это делать, мудила. Да хватит разворачиваться, блядь. Уп, уп. Да ёб твою мать, да хватит разворачиваться, серьезно, овца. Хе-хе. Ломись, мудила. На нахер, блядь, по щам. Ну и вот, и так и у меня, блин. Как бы у зомби не все в порядке, а настроение-то улучшилось. Ну, не то чтобы сильно, но так немножко есть. Так, где я вообще? Почему эта карта показывает мне решительно как-то не так все? Не так, как хотелось бы. Комната номер 302. А, ну да, кругляш. Кругляш. А что кругляш? Кругляш я еще не нашел нигде почему-то. Но ведь он где-то есть. Может быть, там, где замок сбить надо. Побежим, наверное, туда и проверим. Что здесь можно сделать? Окей. Это сейф с оружием? Или с кругляшом, видимо? Со считывающим устройством тоже. Хм. Блять, уходи. Сука, отойдите все от меня. Ну нахер. Чё ты такой крепкий парень? Ну, в смысле, ты должен был вроде как стрелять мне по лицу, а не бить по лицу ногами. Я аж не ожидал такого подвоха. А я здесь был вообще? Хер знает. Ну, что-то мне очень больно. Как бы не помереть неожиданно. Так, тебе я, пожалуй, в рукопашную не полезу. Да нехер. А то мне еще до аптечки срать и срать. Так, надеюсь, такие парни больше не появятся. А вот. Стой, а ножом это говно можно сбить? Можно. Ага. Эмблема члена. Хотя это не член, ни хрена, а почему. Это рулевое колесо. Ну, в общем-то, оно и верно, потому что по-английски это и есть хелм. А не хелмет. А, это лифт никак. Сдается мне, что там внутри кто-то будет сидеть. Нет. Странно. Давай никуда не поедем, например. Так, а карту можно как-то посмотреть? Хм. Так, это моя, собственно, комната там с этим мудаком. Я его просто из принципа, сука, пристрелю. На нахер, тварь. О чем бычит, блядь? Ну, предположим. Все залечки потратил, как всегда, все потратил. Ну, в общем-то, оно и как бы ладно, не жалко. Особо. Ладно, надо отсюда, наверное, валить. В сортире что-то было? Трава была, которую я уж давно сожрал. Ну ладно, пойдем отсюда. В смысле, поедем на лифте. Потому что пора уже сохраняться. Мужик, жирный, ты где там? Сюда иди, блядь. О как. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном.
Ага, окей. Кольцевая, догадался Штирлиц. Типа, как бы, короткий путь. Он же шорткат. Прекрасный выбор. Для тех, кто в море. Ну ладно. Сохранить вы меня, например, не хотите ли? Фонарик сам включился. Сдается мне, что этот замок неспроста тут валяется. Кто-то здесь был. Да неужто, блядь. Интересно, кто бы это мог быть? Чё ж так места мало, а? Трава. Прекрасно. Трава в иллюминаторе. Трава в иллюминаторе. Трава в иллюминаторе. Видна. Я все думаю, а когда в одном из этих ящиков будет сидеть один из этих мудаков, блин? Ну, зомби. Ведь рано или поздно вот так и случится, блядь. Я как жопой чую. Не, серьезно. Вы сохранить меня не хотите ли? Ты... Да, ты на мостике. Но кому, зачем ты это сказала только что? Кому и для чего? Он с тобой сзади идет, жирный. Я имею в виду. Окей, коробка. Окей. Увеличивает емкость патронов. Короче, количество таскаемых с собой. Это прекрасно. Тут теперь понятно, почему у Криса их больше. Ну, у него вообще все больше. Оборудование было сломано. Мы не можем поменять курс, мы просто дрейфуем. Ну, это недавно сделали. Этот злоумышленник не может быть далеко. Это был якорь. А, это была наша лодка. Это был наш баркас. Ой, так не говорите мне, что это был баркаш. Блин, баркас. Блин, мы здесь застряли. Джилл! А ты кто, рыжий? На нахер по щам. Опа! Замри, брось оружие. А ну, свое бросай, Паркер. А ты еще кто такой, черт побери? И кто ты такой, блядь? Я понятия не имею. Глава вторая. Двойная тайна. Конец. Кто это? Что это за мужик? Видимо, это из какой-то очередной части игры, которую я не играл. Или нет. Одно из двух. Так, сохранюсь-ка, пожалуй, на другой сейф. Потому что эти приколы с незагрузкой сейвов меня ни хера не радуют, я так замечу. Вот. Сука, ну реально бесит, блин, что за херня, блядь? Кто так делает, в конце концов, блин? Я уж думал, все, жопа, придется опять играть, ну, бросать прохождение из-за того, что, блядь, не работает. А мне уже надоело это делать, блин. В этот... Саферинг из-за этого не прошел, блин, там еще что-то. И тут почти такая же херня случилась. Еще не факт, что не случится, блин. Сука. Соответственно, на сегодня все. Шарьте лайк эти видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книги для жалоб по предложению, а секции для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане, надеюсь.